Не, ну в этом есть смысл. Мы должны понимать, от чего мы отталкиваемся. Не, в этом есть смысл, я согласен. Там, где надо сидеть. Ну, я понял, ну да. Да, Руслан просто взял и проехал. Мы здесь. Что за хуйня, блин? Йоу-йоу-йоу! Иди сюда! А без рук! Ручки газа, начинаем чуть-чуть, чтобы колесо шло в отрыве. И пытаться на заднем колесе подняться. Ха-ха, прикольно. Руслан, ты поехал. На скорости определенно, чтобы было. На большой скорости. И таким легким движением газа мы начинаем его периодически чуть-чуть поднимать. Сзади или спереди? Что-то сборку сядь, пожалуйста, на бак. Все вообще четко, прям хоть ты стоишь, стой и снимай тебя. Смотри, первый момент. Спускаемся вниз, начинаем ехать. Вообще, мы не думаем, что мы сейчас будем на заднем подниматься. Устойчиво едем, только чуть-чуть, чтобы переднее колесо шло в воздухе. Сука, блин. Slow motion. Ты снял это, нет? Нет. Эй, ну что вы там лежите? На них невозможно даже научиться. Они сложные. Вот отсюда делать. И вот с этой точки вы начинаете разворот. Он уже приподнят перед, ему уже на заднее колесо. Да? То есть когда вы прямо по диагонали выезжаете, вы такой
поворачиваете на заднем колесе. Ну вот что, на горку мне понравилось. Ты чувствуешь, как ты уже начал по склонам спокойно по этому склону ездить вдоль поперек? Сделать не такой круговой, как мы делаем, а прямо резкий. Надо будет давать больше газа и прямо даже практически на ногу обопираться. Тики-та! Верный газ и...
Да, братан, это топ. Вообще, да. Было похоже? Да, да, ты очень круто проехал. Ну, сука, страшно, пиздец. Настя! Ну, блядь, переосили и просто ложи. Полный газ. Хотя? У меня 450. Что, кто на одной ноге заедет наверх? Что еще раз? На одной ноге. Ну ясно, блядь. Все, кукуха поехала. На какой, неважно? Показывай, на какой. Я не знаю, на какой, но надо. Третья передача. Оттуда. С горки, блядь! Хороший газ, держи к подъему. Все, Настя, бля, влилась тусовку уже, блядь. Тю! Пизда. Ну это третья. Ваня, блядь, ну газу! Может на второй?